Губернатор отчитался перед премьер-министром. В подмосковных Горках прошла рабочая встреча Павла Конькова и председателя правительства России Дмитрия Медведева. Глава региона сообщил последние новости о строительстве комбината синтетического волокна. Проект на сегодняшний день вынесен на рассмотрение наблюдательного совета Внешэкономбанка. Заседание по кредитованию состоится в декабре. Обсудили также тему оказания помощи нуждающимся гражданам в замене изношенного газового оборудования. Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам проработать вопросы софинансирования расходов регионов на оказание помощи в замене установки получателям трудовых пенсий по старости и инвалидности через Пенсионный фонд страны. Коснулись на рабочей встрече и вопросы выделения региону дополнительных средств. Дмитрий Медведев поручил Минфину рассмотреть заявку области на предоставление бюджетного кредита в следующем финансовом году.